Просмотр короткометражных польских фильмов стал четвертым в цикле мероприятий «Твой Ежи». Демонстрировались ленты, снятые в период с 1940-х по 2000-е годы в жанре экспериментального кино. Справа в том, что эксперименты с киноформой, авангардовые эксперименты, яны вельми добро проявились у польской кинематографии, и яны вельми активно... Активные эти эксперименты проводились с 20-х, с 30-х годов и до нашего часу. Это все вельми добро проявлялось в тех же самых киношколах Лодзи. И довольно богатые традиции, и нам есть чему поучиться. Кинопоказ, безусловно, расширил представление о формах и жанрах польского короткометражного кино 20 века. На суд зрителей были представлены лучшие картины своего времени. В кинолентах уникально сочетались творчество и обыденная сила человеческой мысли и душевный порыв. Люблю старое кино, стало просто любопытно. И послушать, тем более, что пришел критик, любопытно, как еще и критикует кино. Не только показывает кино. И сама выставка достаточно интересная показалась, потому что целая серия всего. И с экскурсией по городу, и, в общем-то, с рукоделием. Пришла, потому что увлекаюсь кино, и хотелось узнать, что это. Там написано было в программке кино с 1945 года до по 2000-й. Вот, и хотелось просто посмотреть, какие раньше были фильмы, какие сейчас будут. Вот. Ну и вообще история... Вот про мужа и то, что он слал ей открытки, мне понравилось, и вот захотелось это все увидеть. После просмотра фильмов зрители смогли задать вопросы кинокритику и культурологу Андрею Росинскому, узнать его профессиональную точку зрения об особенностях стиля режиссеров и картин. Брещане остались очень довольны показом. Многие пришли не только, чтобы познакомиться с польским киноискусством, но и почерпнуть что-то новое для себя, своих творческих идей.